Здравствуйте, дорогие участники! Меня зовут Евгений Мишкин, я старший менеджер по логистике компании Atome Россия. 15 марта мы запустили для вас новый проект, это пункт выдачи заказов в Москве. И сегодня я хочу рассказать про него. Пункт выдачи располагается по тому же адресу, что и главный офис, улица Обручева, 23, корпус 3. Попав на первый этаж, вы сразу увидите нашу фирменную стойку с логотипом Atome. Чтобы получить свой заказ, вам нужно найти его в личном кабинете, его номер и ввести его на стойке. Выбираем функцию «Забрать в поле». К вам спустится сотрудник и выдаст вам ваш заказ. Не забудьте проверить его по накладной. Если вы еще ни разу не были в нашем офисе, вы можете выбрать функцию «Посетить пункт выдачи», которая доступна один раз для каждого ID. Сотрудники Atome с радостью проводят вас в офис. Здесь вы можете получить свой заказ и познакомиться с другими продуктами, представленными на российском сайте. В обычном режиме вы можете получить заказ в пункте выдачи на следующий день после оформления. В дни ознакомительных встреч, которые регулярно проходят в нашем офисе, у вас есть возможность получить заказ день в день после мероприятия. Идея открытия пункта выдачи в главном офисе зрела давно, практически с самого открытия филиала в России. Мы много над этим работали и реализовали то, чего пока нигде не было. В частности, это интеграционная стойка, которая расположена у нас на первом этаже. Благодаря ей мы узнаем о том, что вы пришли за заказом или хотите подняться к нам в офис. Помимо возможности получения заказа на следующий день, преимуществом пункта выдачи также является то, что новые участники могут здесь познакомиться с полным ассортиментом товаров с российского сайта, начиная с кремов и заканчивая БАДами. Также здесь представлены новые товары, которые появятся на нашем сайте в течение года. Ждем вас в пункте выдачи в Москве.